Всем привет! Сегодня мы рассмотрим такую интересную штуку, как система сброса груза с квадрокоптера. И в первую очередь тот вариант, который используется сейчас на различных DJI-овских моделях, так как имеет простой принцип действия и не требует никаких дополнительных антенн для связи. Дело в том, что работает вся эта система с помощью фотоэлемента, который содержит наше устройство сброса. Принцип очень простой. Фотоэлемент располагается над светодиодом, который находится снизу дрона. В нужный вам момент вы включаете этот светодиод с пульта управления. Фотоэлемент реагирует, срабатывает моторчик, который открывает замок. Груз сбрасывается вниз, и вы довольны собой. Само изделие содержит отсек с моторчиком, который располагается с одного бока, и отсек с аккумулятором на 150 мАч. Написано, что его хватает на 300 открываний. Максимальный заявленный производителем вес груза до 500 грамм. Заряжается данный аппарат через microUSB кабель. Также в комплект у некоторых продавцов входят удлинители на лучи. Кстати говоря, такой девайс может работать в принципе на любом коптере, у которого снизу имеется управляемый фонарь, если, конечно, он подойдет по форме. Также мне попадался вариант такого устройства с антенной. Конструкция крепится на ремешке. Управляется все это дело пультом, но расстояние связи крайне маленькое, около 100 метров. Поэтому, наверное, сейчас их почти не найти. А вот с первым вариантом, работающим через фотоэлемент, все отлично. Их просто пруд-пруди. Ссылки на системы сброса для различных моделей дронов будут в описании под видео. Если оно было для вас полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Приятных вам полетов и до новых встреч!